Я покажу вам тени для век. Просто потрясающие, роскошные. Вы можете использовать только один оттенок. Я нанесу его очень близко к ресницам вдоль всего века. Постарайтесь держать одну сторону аппликатора для нанесения теней, а другую для растушевки. Вот так, по всему веку. Я также обычно делаю это пальцами. Растушевывайте вверх и в стороны. Но не переусердствуйте, иначе от цвета ничего не останется. А если хотите интенсивный цвет, то растушуйте совсем немного. И все с помощью одного аппликатора. Здорово. Хотите посмотреть, как использовать два оттенка? Я хочу добавить световые блики. Серебристый оттенок с этим очень хорошо справится. Таким образом, можно наносить любые оттенки. Прямо в уголок. Получится такой экстремальный космический образ. Вы можете сделать это одним прикосновением, вжик-вжик, очень быстро. Или можете нанести на все веко, на большую область. Получится действительно замечательный эффект. Вау! Супер, правда? Лэш Архитект. Самая черная из черных тушей, самые длинные ресницы. Подкручивает и приподнимает ресницы. Начните от корней ресниц. Нанесите ее прямо у основания ресниц. А потом проведите щеточку вверх. В результате у вас будут супер длинные ресницы. И мне очень нравится упаковка. Это называется суперподводка. Она потрясающая. Попытайтесь сделать следующее. Поднимите голову и проведите линию прямо вдоль линии ресниц. Это очень просто, не бойтесь. Просто вперед. Сделайте это одним движением. Проведите близко к ресницам и загните линию в конце. Образ получится очень светским, прямо как на вручении наград киноакадемии.